По инициативе губернатора Свердловской области Александра Мишарина 23 декабря 2010 года в Свердловской области был принят закон о знаке отличия «Совет да любовь». Этот знак и удостоверение получают по всей области супружеские пары, прожившие вместе 50 и более лет. Сегодня можно сказать, что реализация данного закона идет полным ходом. За последний месяц 34 артемовские супружеские пары уже удостоились этой высокой награды. Знак отличия получили пары, проживающие в поселке Буланаш, в поселке Красногвардейский, в городе Артемовский и в поселке Незевай. И 29 февраля свои награды получили три пары из села Лебедкино. Это достойнейшие пары, которые прожили с любовью, в согласии 50 и более 50 лет вместе. Они воспитали достойных людей, своих детей, у многих уже есть внуки и даже правнуки. Мы искренне поздравляем их с получением этого знака, желаем любви и мира в их семьях, мы желаем здоровья и благополучия, и пусть всегда эти семьи будут окружены лаской, любовью своих близких, друзей, знакомых, родных. Мы желаем им искренне, чтобы их пример, чтобы они служили всегда примером для наших молодых супружеских пар. Вы – наша гордость. Этими людьми по праву можно гордиться и брать с них пример. Ведь чтобы прожить столько лет вместе, нужно огромное количество и сил, и терпения, и любви, и уважения, чего так не хватает нынешней молодежи. Это сегодняшний день, я считаю, событие знаменательное и для села, и для пар, которые прожили в мире, в дружбе, в согласии более 50 лет, воспитали достойно своих детей, у всех уже есть внуки, даже и правнуки, поэтому мне лично от себя, лично от администрации села Лебедкино хочется поздравить вас с этой для вас знаменательной датой, пожелать вам дальнейших успехов и самое главное в вашем возрасте, я считаю, чтобы было у вас крепкое здоровье. Поздравить этих счастливых людей, выразить им слова благодарности и самые теплые пожелания приехала глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова. Ну надо же, вот три пары, которые прожили более 50 лет, мы еще даже совместно прожили, а мы еще даже столько не прожили. Вы знаете, все радости и горести прожили вместе, идя бок о бок. Вырастили детей добротных, хороших, почетных. Вырастили уже часть из вас внуков и правнуков. И мы гордимся вами. Для нас это действительно очень важное событие. Мы берем с вас пример, дорогие. Мы уважаем вас и любим вас. И от имени всех жителей Артемовского городского округа я хочу поздравить вас. Еще раз всех с праздником. Да, здоровья вам, здоровья вашим детям и процветания вашим семьям. На этой торжественной ноте началась сама церемония вручения удостоверений и знаков отличия «Совет да любовь». Награждается знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» Антонова Анна Петровна и Антонов Иван Федорович. Я хочу здесь, в этом зале, сказать большое спасибо нашему губернатору. Это исходит из области. Ольге Борисовне большое спасибо за заботу стариков, особенно обо мне. И Демченко Сергею Борисовичу. Указом губернатора Свердловской области награждается знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» Малыгин Василий Антонович и Малыгина Мария Павловна. Награждается знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» Миронов Александр Иванович и Миронова
знаменательный для супругов день, поддержать их пришли дети, внуки и правнуки. В этот день звучали только слова благодарности, пожелания здоровья, любви, счастья и долгих лет жизни. Эти люди помнят и войну, и голод, но, несмотря ни на что, они прожили в согласии столько лет. И нам надо брать с них пример. Это гордость нашего Артемовского городского округа. Мы желаем огромного счастья, здоровья этим супружеским парам, бок о бок пройти такой длинный, трудный путь, все разделить радости и горести. В семье ведь не столько важна любовь, а самое главное, на мой взгляд, это уважение. И эти люди пронесли и любовь, и уважение долгие годы. Поэтому еще раз им здоровья, счастья и процветания.